Давайте посмотрим, что случится с минуты на минуту. Дорога. У кого-то выход из зависимости. У кого-то, вот прям, знаете, было такое, вы как трудоголик. И прям зависите от работы, и это уже вас так измучило, прям реально измучило. Это уже как-то и на здоровье сказывается. Вам необходимо отдохнуть. Вот я даже так покажу вам вот карту, если вы это не видит. То есть вот совет от карт. Вам нужен отдых. Смотрите. Уже вот вы так наработались. Какой-то, ну, вот кто меня смотрит, прям трудоголик. Трудоголик. Вот. Может, даже и по дому как-то вот постоянно что-то делаете. Да? Работа, дом. Вы прям реально как-то устали, и совет от карт вам отдохнуть. Отдохните. Вот отдохните. Все, ставлю снова телефон на место. Просто показала, что вот совет от карт. Смотрите, как выпало. Отдохните. Вот. Спросили, да, что случится на минуту-минуту. Нужен отдых. Нужен отдых. Да, отдохните. Вам прям вот высшие силы советуют немножко взять передышку, отдохнуть. Прям вот по справедливости вы заслужили, прям вот заслужили, да, заслужили этот отдых. Вот так показываю, мне, конечно, не очень удобно, но вот сейчас показываю, видите. А то мне там некоторые пишут, что я сказки сочиняю. Просто мне тут неудобно вот так вот. Нет у меня подставочки, технически не очень так все у меня хорошо. Поэтому вот показываю, то мне говорят, тут пишут, сказки я сочиняю. Ну, знаете, по этому поводу тоже скажу. Если вы такой человек, что и не верите ни во что, да, не верите в этот позитив, как говорят, в сказку, пусть как хотите называется, но если вы не верите в что-то светлое, что-то позитивное, и не пускаете в жизнь этот позитив, да, только действительно вот как работа, вот раз пришло мне такое, наверное, да, это так, как из потока, нету радости в жизни. Вот смотрите, сама вытаскиваю карты. Можете, не знаю. Мне неудобно просто, поэтому вот так показываю. Вот, сказки. Не верите в сказки, они не будут случаться. Не верите в любовь, она и не случится. Не верите во что-то хорошее, его и не будет. Я после этого видео даже выложу там так небольшую притчу. Вот. Ну, такая история, как бы. И она жизненная история. Это как разговор двух ангелов, да? Один молодой, один опытный. И вот выложу эту историю, и там у меня будет... или в комментарии потом еще вот эту историю выложу, да? Там еще у меня есть сообщество, туда выложу. Я забываю туда выкладывать. Вот. Так вот скажу, если не верите ни во что хорошее, да, не радуйтесь жизни и... Верить только вот так, смотрите прагматично на жизнь, нет никаких эмоций, не пускайте в свою жизнь счастье, радость, да, смотрите на эту жизнь безэмоционально, только работа и ничего хорошего, вот прям зажимаете эту радость, да, вот прям вот, вот страшно вам вообще вот сказать что-то хорошее кому-то, позитив, да, вот какая-то зависть, как будто зажали эту радость, да, если вы одиноки, вы поэтому одиноки. Вот кто меня смотрит, да, и нет в жизни вот счастья какого-то еще. Вот поэтому одиноки, потому что на самом деле человек, он не одинок. Не одинок. Я уже сколько раз говорила, выйдите на улицу. Вокруг люди. Займитесь чем-то, то, что вас увлекает. То, что вас радует. Да? Работа, понятно, заработок нужно. Вот. Но есть еще помимо работы какие-то увлечения. Есть люди. Обратите внимание. Пустите в свою жизнь радость. Приведите в свою жизнь баланс. Да? Не только работа, но и какое-то хобби, увлечение, радость. Просто выйти на улицу погулять. Заняться чем-то. Ну, идите в спортзал. Не обязательно, если никого нет там. Ну, всех разные проблемы со здоровьем. Но есть же просто бассейн, допустим. Да? Есть йога. Нам что-то, какие-то занятия, не обязательно, которые требуют. Вообще есть там такие упражнения, вот небе лежачего, я их так называю, вот, типа ЛФК. Но куда-нибудь чем-то увлечься. Рисование, может, кому-то нравится, да. Вот у меня, например, сестра недавно занялась рисованием, покупает специальные какие-то вот там картины, они как-то там, как пазлы складываешь, я точно не знаю, но потом получаются такие красивые картины,
Хотя работа у нее очень тяжелая тоже, она там зарабатывает, да, но она нашла себе увлечение, для нее это отдушина. Или выезжает, вот начала выезжать в сосновый лес. У меня вот там даже картинки я тоже ездила, очень красиво, периодически тоже езжу. То есть находите для себя какие-то увлечения, какие-то хобби, пустите в свою жизнь радость, сказку эту. Вот. Потому что чем больше мы слушаем позитивы, как вы говорите, сказки, тем больше шансов пустить в свою жизнь эти перемены. Это любовь, вот, новости о любви, мужчин. Как мы говорим, нет мужчин, нет радости. Вот. А почему вы видите радость только в мужчинах? Ну, радость только в деньгах, радость только мужчина. Они придут, и мужчины, и деньги. У вас все получится, не переживайте. Но сначала займитесь собой, пустите в свою жизнь радость. Уберите вот эту вот воинственность, да. Это как тоже еще, вот, так скажу, как познакомиться с мужчинами. Пришли в бассейн. Вот я помню, пришла в бассейн, я не умею плавать. Стала я с этим утенком для плавания, ну, ленивый ко мне не подплыл и не предложил научить плавать, да. А если вы, извините, вот в воинственных энергиях, и вот я зашла, и я сама плыву, идите все нафиг, вот тут вот, да, вот я сама такая, я все могу, я все умею. Да какой мужчина подойдет? Никакой. Вот, ну, так, это минутка. И вот карты каждое мое слово подтверждают. Кто там не верит в сказки, что рассказываю я сказки. Но каждая карта это подтверждает. Высшие силы нас слышат. Вот. Любое наше желание слышит. И мы получаем ответ. Но мы не хотим его слышать. Мы проходим часто мимо знаков. Вот. И я знаю, что я говорю, потому что у меня такое все было. И все, я прошла на своей шкурке, на практике. И каждое слово это просто практически подтверждение. Вот, просто каждый мы делаем выбор, осознанный, неосознанный выбор делаем в ту или иную сторону. И потом не надо удивляться, что нет в нашей жизни каких-то перемен. Просто нужно разрешить себе пустить в эту же жизнь сказку, поверить. Да? И по вере нашей будет нам дано. Христиане, кто меня слушает. Вот. Да, так и есть. И тогда судьбоносные события, высшие силы нас слышат. Нас слышат. Если вы кричите, что нет в жизни сказки, все мужчины плохие и все вокруг плохо, но ангел так и слышит и исполняет ваши желания. Вот. А если вы верите в сказку на позитиве, то и в жизни случаются чудеса и сказки. Ну, случится в нашей жизни чудо с минуты на минуту. Ну, конечно, колесница. Колесница, поверьте, вперед, новая мужская энергия. Если смотрят меня мужчины, новая сила, новая энергия, движение вперед. Вот с минуты на минуту. Собираемся и выходим. Выходим хотя бы на улицу, хотя бы в парк. Есть возможность, есть машина. Сели куда-то, поехали. Да, тот же какой-то загородный клуб, там, сосновый лес. Ну, очень много всяких турбазы. Да, вперед. Высшие силы вам открывают солнышко, солнечный свет, успех, счастье, радость. Да? Новые движения, новые шансы. Найдите свой путь, солнечный путь, то, что вас будет радовать и наполнять. И жизнь заиграет другими красками. Не печальтесь, хватит печалиться и плакать. Да? Не надо смотреть в прошлое и ждать, что кто-то из прошлого вернется. Не надо ждать. Если оно вам по судьбе, оно вас догонит. Наполняйтесь любовью здесь и сейчас. Берите шанс от Вселенной. Да? Работайте над своим характером. У вас все получится. Вы хозяйка своей судьбы, хозяин своей судьбы. И все исполнится. Все, что загадали, оно все исполнится. С минуты на минуту. Выйдите из своего барьера. И вы найдете обязательно пару, которая нас сделает счастливой. Да? Выходите из одиночества. И вот он ваш шанс. Высшая сила вам помогает в этом. Помогает. Вот они шансы. Берите свои шансы. И вот он и мужчина. Если вы выйдете, да, с минуты на минуту. Выйдите на улицу. Оглядитесь. Даже если поначалу, вы знаете, не всегда тот, что по судьбе мужчина, это вот такая страсть, и вот он так нравится, присмотритесь, а может быть уже кто-то из зоны, френд-зоны, а вот пошли в парк, и вот с кем-то разговорились, и вам хорошо вместе, почему он обязательно должен быть Ален Делон, да, то есть... Но есть другие черты характера, которые вот внешность просто перебивает, потому что, да, внешность замечательна, но жить все равно с характером. Жить с человеком. Вот. А внешность подкорректируйте вместе в спортзал.
Вот. Вместе бросайте курить, вместе спорт, вместе на пробежку, на прогулку просто, у кого какие возможности. Вот. Поэтому вперед, шансы даются, успех, что будет? Будет шанс, будет новый путь, новый успех, новая энергия, новый виток. То есть добьетесь успеха, всего добьетесь успеха. Главное поверить. Высшие силы вам открывают эту дорогу. Главное верить в себя, верить в собственные силы, да? Верить в собственные силы. У нас карта силы там была. Верить в собственные силы. Вот она. Собственные силы. У вас все получится по магу. Все получится. Вот. Сказка, она происходит в нашей жизни. Главное в нее поверить. И что-то делать для нее, да, не только не сидеть, не плакать о прошлом, о том, что ой, нет в жизни счастья, сказки не бывает. Этим вы просто теряете свою энергию. Идите лучше, пойдемте, да, лучше, так говорю, не только я тоже, да, то есть идем в лес, идем, набираемся энергии, это не теряемую энергию, проливая слезы о прошлом и о том, что нет в жизни чудес, а просто идем и набираемся этой силы энергии, идем в лес, идем к реке, просто идем, вот кто, у кого сейчас зима, кто в России, идем, меряем сугробы, вот, набираемся энергии, как в детстве, пустите в жизнь эту сказку, и она придет. И защита есть, и возвращается и сила, и защита, да, и род вам помогает, и стабильность в личную жизнь приходит. Главное пустить, открыть глаза навстречу этой сказке. Да, может быть, по рыцарю там Пентакли, да, у нас был, это как-то медленно будет происходить, да, но оно шаг за шагом выровняется энергетика и придет на эту энергию, потому что мужчина тоже приходит, да, и мужчинами тоже говорю, женщины приходят на более радостную энергетику, на когда мы наполнены радостью, счастьем, да, и от нас вот эта энергетика исходит. Посмотрите, иногда человек не очень красивый, а вокруг него поклонники. Вот мы говорим, вот что он в ней нашел. А что он в ней нашел? Она вроде такая какая-то идет неказистая, да, а он такой вот красавец, он думал, что он в ней нашел? Энергия, она уверена в себе. Вот посмотрите, я всегда говорю, турчанки, их с детства воспитывают. Она принцесса. И вот какая бы она с виду ни была, да, она принцесса. Она и несет себя как принцессу. И они все замужем, если хотят. Другое дело, что они не хотят сейчас, да, там, то есть они выбирают другие увлечения, другие цели, потому что не для всех замужество это счастье. Вот. У них у всех, кстати, есть пара. Почему? Потому что они уверены в себе, они радостны, они наполнены. Они идут на улицу, они гуляют, вот и посмотрите, они чай пьют на улице постоянно, семьями ходят, вот, да, у них даже вот смотришь в парках, вот стол, и они вот с семьей, друзья, прям вот много, и они радостные все, наполнены. Никто из них не сидит, не горюет, не получилось, пошла дальше. Будет следующий. Миллионы, миллиарды мужчин в стране, на этой земле. Все, выходим и радуемся жизни. Мы не одиноки. Мы уже вышли, мы не одиноки. У нас даже вон телевизор включи, кота заведи, уже не одинок. Вот. А если нам самим грустно с собой, ну как же другому человеку? Зачем нам другой человек, что просто он нас дополнил, наполнил? А зачем ему это надо? Нет, ему это не надо. Вот вы наполнены, вы радостны, вам есть чем поделиться. То есть и на эту энергетику приходят и мужчины, приходят и женщины. Кто смотрит на меня, мужчины и женщины приходят на радостное. А когда мы сидим, брюзжим, сказок нет, в жизни все плохо, все. Ну, зачем? Ну, посидит человек один раз, послушает, во второй раз развернется, скажете, что помойное ведро слушать все это нет. Поэтому идем, наполняемся, не горюем, не печалимся, все в жизни хорошо, будет еще лучше. Все, и пусть эта сказка случится в вашей жизни. Счастья, радости, любви. Пока-пока.